Всем привет. Чуть-чуть вот приехал со смены. Вчера по видосу вычислили. На моей ямке сидели. Поймал он там нормально карася. Сегодня приехал, тоже сидят. Ну, посидели чуть и уехали. Думаю, ну и слава богу. Думаю, сяду опять на свои места. Все-таки я их знаю уже. Где тут что? Я ходил там, нашел в другом месте карася, но он поднятый, рысачит. Решил прийти на свои ямки опять сесть, пока отсюда уехали бы. Потом опять не добьешься. Не можешь на свое место сесть. Некоторые люди искать не хотят. Вычисляют. Едут на готовое. Я же показываю канал не для того, чтобы ходили. По моим местам ловили. А как его искать, тактику показываю. Ну, короче, освободилась ямка, сажусь на ямку. Они тут сидели. Что-то им не понравилось. Ушли отсюда. Я решил сесть, погода меняется. Мало ли. Может, у них не клевало, а у меня клюнет. Кто его знает, чем черт не шутит. Заряжу сейчас три удочки. А там видно будет. Сегодня 26 декабря. Ночью, вчера целый день дождь шел. Сегодня ночью снега много выпало. Лед прижало, он налит теперь. Ну, ночью мороз опять передают, она замерзнет. И будет все отлично. Я думаю. Да не, ровно идет. Богурды. Да не надо. Богурды. Угу. Есть один. Ну что, на сегодня хорош, опять стемнело, опять под вечер. Ну, с работы пока приехал в обед, приехал, тут занято, сидели люди. По видео вычислили, где я ловил. Но я их не трогал, пошел, нашел в другом месте карася, он не клевал, просто бродил, не на поверхности, ну, оторванный от дна, мигрировал куда-то. Ну, хлопцы ушли отсюда, с моего места. Я закинул, было несколько поклевок, сходик был. Саня рядышком сел на одну ямку, мы с ним поместились. Саня взял где-то на килограмм, я взял он грамм 600 такой. Тоже неплохой карасик. Ну, наезжал. Он интересуется, нюхает мормышку, придавливает мордой. Ну, в рот не засасывает. Ну, все равно, какая разница. Обхитрили, обхитрили. Короче, на сегодня хорош. Видео это не выставляю сегодня. Завтра утром опять сюда. Расчет на то, что ночью мороз передают. И на мороз обычно хороший карась, крупный карась, скатывается в ямы. И надежда есть, что он сюда в яму вернется. Вот под вечер он начал опять собираться в ямку. Пошатывало у Сани, пошатывало у меня. По одному вот это выловили. Ну и вот до сих пор пошатывало. До темна сидели, хотели еще там хоть по одному взять. Чтобы уже на семью, как говорится. Глюканула камера. Вообще не могу запустить. Вот такое. Короче, надо одевать мотыля.
не трожь ее уже, тоже. На лучше удочку. Нет, тут брось руку. За жопу. Ага. Самой лункой. Небольшой, блин. Я таких тут еще не ловил. Стороне вообще, да? Бля, я отцепился.
шатает, короче. Брать уверенно не хочет опять. Ну что, всем пока. Закончил я рыбалку. Досрочно закончил. Уступил свое место хорошему человеку. Пускай половит. Он мне сделал пешню. Кстати, если кто-то, кому-то нужна такая пешня. Пешня бомба. Если кому-то нужна, сейчас я ее так покажу на камеру. Сразу вот саночек возьму. Он карасики поймал. Хватит покушать. Вот такая пешня. Все отлично, он тут полукруглую делает. Так по кругу луночка кругленькая получается, легкая, удобная. 10 сантиметров лед с двух ударов легко пробивается. Короче, если нужна такая пешня, звоните этому мастеру, закажу. Я думаю, дорого не будет. Ну, ориентировочно гривен 400, но она этих денег стоит. Это, я так думаю, будет вместе с ручкой. Ну, если высылать буду, если кому-то далеко, если высылать, то, конечно, без ручки. Ну, ручка стоит 10 гривен 20, то, в принципе, фигня. Ее все равно саму там под себя подделать, под свой рост, чтобы была на уровне груди. Короче, если что, пишите, звоните. Человеку скажу, он сделает, вышлем. Или если Новоселовске, придете, сами заберете у него же. Я на этом ничего не зарабатываю, мне это не надо. А он пенсионер. У нас пенсии в Украине бешеные. Как раз ему будет заодно помощь к пенсии, какой-то хлеб, масло купить. Короче, всем пока, вот такая рыбалка. Сильно много сегодня не разговаривал. Много людей. Ну, как бы я. Не то, что стесняешь, но она некрасиво выглядит. Когда сидишь, сам с собой разговариваешь. Короче. Карась был весь на ямках. Ну, это я выводы рыбалки делаю. Карась на ямках. Вот уже сколько дней. Это я перед сменой нашел эту ямку. Ловил с нее. Потом я был на смене, человек на нее сел. Тоже неплохо он там отловился. Но как раз тот день дождики шел, карасевая погода была. Говорит, даже подъемы были, ну именно поклевки. Сегодня мороз ударил, 12 градусов. Как бы опять шатало. Вчера вечером, вот то, что вы видели там. Ну уже мы вечером и приехали. Там просто проверили, есть-есть, чтобы сегодняшним днем определиться. Он был на ямке. И мы сегодня решили опять сюда приехать. Хлопцы там подолбали, конечно, лунок по 300. Нашли еще одну точку. Ну, тоже вяло. Кто 3, кто 2, кто 4, кто 5. Короче, так отловились. Много сходов. Сходы из-за того, что он не клевал, а наезжал. Ну, карась делает такие вещи, вот когда с ямки, особенно с ямки, никогда красивых поклевок нет. Красивые поклевки, когда он жрет именно. Когда он с аппетитом жрет, он поднимает, задавливает, тянет. Именно когда он глотает все подряд. А это он так на ямке видит, блестит мормышкой. Я же даже пробовал без мотыля. Он просто наезжает как бы на нее. Не то, может внюхается, может всматривается, может пробует. И получается почти весь карась. Ну были там парочку за перо. А так почти весь карась был под нижнюю губу. Один, по-моему, был там или два именно в рот. А то были под нижнюю губу. Но это наезды. Это он трогает. Вы видите, кивок шевелится. Он ее толкает вот так вот. Как бы бьет по ней, пробует. Подсекает. И вот он, получается, за подбородок цепляется. Ну, в принципе, какая разница. Весь кайф этой рыбалки, в принципе, не в поклевке, не
вкусовых качествах карася впоследствии после рыбалки, а именно результат поиска, что ты понимаешь, что ты делаешь, что ты находишь рыбу, и кайф весь получаешь от того, что ты, типа, я красава, я нашел. Конечно, это дает, как бы, не то, что там адреналин, это дает, адреналин дает уже вываживание на карасе, поклевка, адреналин дает, когда ты ее дождешься, все-таки зима, тем более почти январь, глухозимье, уже приятно там словить, вот как сегодня я там 5-6 карасей, там грамм по 500, плюс-минус 600, 500 грамм. Ну, то уже 3 килограмма рыбы, уже как бы ничего не нарушал, зимовальные ямы не вскрывал. Ямки, я имею в виду, это ямки, рыбьи ямки, карась. Зимой кто знает, кто не знает, выбивает себе сам ямку в каком-то месте, в повороте, в затышке, за бревном, за корягой. Выбивает себе место толпой, вымывает его. Делает такие ямки метр на метр, полметра на полметра, даже 30 на 30 сантиметров бывают ямки. И стоят там они вот так, сколько поместится. И основная, другая часть, что видит эту толпу, как бы пытается в толпу слиться, а не помещается в ямку. Она кружит возле ямки. Вы берете карася с ямки, его место занимает следующий. То есть ямка постоянно в глухозимье пополняется. Особенно перед сильными морозами. Когда сильные морозы, карась старается в эту ямку залезть. Все так, вроде я все объяснил. Мормышки у меня минимальные, троечка крючок. Ну, и деликатную снасть сделаю, чтобы он сильно не пугался сейчас. Можно было, конечно, у меня есть и карповые удочки. Там уже пятерка крючок, там леска помощней. Мормышки почти до грамма. Ну, конечно, была бы результативнее, может быть, рыбалка. Ну, я не знаю, мне хотелось именно на 0,14, на лесочку погуляться, получить удовольствие. То, что зимы у нас короткие, то есть драть рыбу, как драчем одну за другой, много кайфа не получишь, это так, лишь бы нажраться, чревоугодие какое-то. Ну, это не для меня. Я сегодня словил ровно столько, сколько мы можем съесть. Сегодня дети в гости пришли. Сейчас сядем, пожарим, покушаем. Если не уйдут раньше. Уйдут раньше, вчерашнего пожарим. Фазанчик бегает. Не увидели вы. Головку я только увидел. Побежал. Природа, красота, тихо, градусов. Сейчас 3 часа дня. Я ушел с рыбалки, хотя он до темна там поклевывает на ямках. Градусов 7-6 мороза. Ну, отличная погода. Тихо вообще, штиль. Снег выпал, деревья. Видите, как оделись красиво. Короче, все. Всем не хвостанет чешуи. По оконцовке, кто меня досмотрел, самые такие преданные мои зрители. Не забывайте, передавайте другим друзьям, товарищам, особенно местным, я имею в виду. Передавайте привет насчет зарыбления. Видео по зарыблению. Есть там неделька-полторы назад. Я вставлю его сюда в концовку, вставлю ссылочку в правом от вас в верхнем углу по зарыблению. Посмотрите, там номер карты, все есть. Будем зарыблять рыбу. Там я все рассказываю, условия. Вы выбираете, какую рыбу зарыблять. Ваши комментарии посчитаю потом, какую рыбу попросите, такую зарыбим. И приезжайте в гости после этого, как поможете нам зарыбить. И, конечно же, ловить. Все, не хвостанет чешуи, пока щучий омут. Все отлично. Завтра, кстати, за завтра анонс. Скорее всего, процентов 70-80, что, скорее всего, пойдем побалансирим. Давно я, в этом году, можно сказать, кто вообще не занимался этой рыбалкой. В том году не успел, потому что льда толком. Тихо, Миха. Потому что льда толком не было. Хотелось половить карася, там окуня подергать. В этом году вроде погода предсказывает быть нормальной для зимы. То есть
Я в январе в отпуск иду. Дай бог, если на работе все нормально, там, если никто не заболеет или палки в колеса ставить не будет. Короче, в январе в отпуск, и будем встречаться практически каждый день. Ну, конечно, если будет без клёва, буду соединять несколько видосов, обзор 2-3 дней. Но буду выходить каждый день, все вам покажу. Завтра балансир, скорее всего. Я же говорю, сегодня еще вечером может много изменить. Сейчас, если хлопцы там позвонят, там Валик там карась активный стал, или еще что-то там, или может карпа где-то надыбали. Конечно, я этой рыбы не изменю. Но если день будет такой, закончится так, как сегодня и начался, то, в принципе, мне с карасем пока хватит. Пойду завтра, покажу вам, побалансирю. Щука пассивная, но что-то придумаем. Все, пока. Итак, я не знаю, сколько я разговариваю, очень долго.